Здравствуйте, я Вячеслав Федорович. Мне 72 года. В июле мне сделали операцию. Анализы показали перед операцией, что гемоглобин у меня был 112. После операции мы провели еще сдачу анализов, и гемоглобин опустился до 77. В октябре я приехал к сыну в Новосибирск. Он мне предложил сдать анализ крови. Я сдал, гемоглобин показал 76. Тогда сын мне предложил пропить БАД фирмы Сантегра Бустерон. Я пропил его месяц. Сдали анализы. И гемоглобин поднялся до 101. Я продолжаю пить БАД Бустерон. Результатом доволен. Желаю вам такого результата.